Вообще-то не говорить слово «кризис» просил еще Владимир Владимирович Путин, средства массовой информации, еще тогда, в октябре 2008 года. Так вот, я никогда про него не говорил и всегда поддерживал действия нашего правительства и нашего президента. Ну, с президентом нынешним я не знаком, а президент прошлый, Владимир Владимирович, участвовал и в горнолыжных катаниях, которые я снимал. Ну, а также путешествовал по комбинату, то же самое снимал я его. Очень симпатичный, очень уравновешенный и здравомыслящий человек. И сегодня и сейчас, да, действительно, мы, наверное, должны поддержать наш отечественный автопром. И сегодня и сейчас, буквально вчера, позавчера, Владимир Владимирович объявил, что ставка кредитования не должна быть выше 16% годовых. Это для и юридических лиц, и для физиков. То есть пройдет немного времени, и восстановится и система кредитования. Но система кредитования тех автомобилей, которые вы сейчас можете приобрести, она работает. И она реализована здесь, в Автограде. Потому что под эту путинскую программу попадают два автомобиля. Fiat Albea, замечательный Fiat, кстати, и не менее замечательный и легендарный УАЗ Hunter. Стереотипы ломаются сложно. Слухи распространяются легко. Умение читать и видеть факты дано не каждому. Но время все расставляет по полочкам, рано или поздно. И вот уже вернулась реклама, и вот уже вернулся интерес, и снова мысли о иномарке, и снова это вопрос кредитования. Конечно, надо понимать, что за сумму, ограниченную постановлением правительства, вы ни Мерседес, ни БМВ не купите. Но отчаиваться не надо. Автоград дает вам возможность приобрести качественное авто. Fiat Albea. Программа кредитования, которую поддерживает правительство Российской Федерации, сначала вызывала некоторые вопросы. А будет ли работать она в действительности? Работает ли она у вас? Да, программа работает через два банка. Сбербанк и ВТБ-24. Какие условия кредитования? Первый взнос либо 20%, либо 30% и на 2 года кредит. КАСКО за наличный расчет. А в процентах сколько это будет? По Сбербанку это 6,33, по ВТБ-24 – 10,33. И мы знаем, что компания Solers Auto делает эти автомобили в России. Но Solers делает еще и очень хорошие корейские внедорожники и другие автомобили. Наверняка каждый производитель может поддержать своего потребителя продукции. Чем компания Solers в этот раз отметилась? Тоже предлагают Solers кредитование. Это тоже также через банки ВТБ-24 и Сбербанк. То есть по сниженной процентной ставке это 13,8%. Примерно где-то, и 17,4, потому что программа сама высчитывает процент при вводе названия автомобиля и марки автомобиля. То есть все представленные на первом этаже Автограда, что на Маржане 9 автомобилей, в принципе, сейчас можно приобрести в кредит? Да, конечно. Конечно, хотелось бы сегодня прокатиться и на Fiat Albea, и на УАЗ Hunter, но это чуть позже. Потому что, во-первых, за УАЗами здесь уже и очередь в Автограде. Ну, легендарный проходимец, он и в Африке легендарный проходимец, и в Америке в том числе. А Fiat Albea, ну что я могу сказать про эту машину? Очень распространенный и грамотно собранный автомобиль. И если еще кто-то покупает Приору, Калину, я не понимаю, ребята, вам что, мало хороших иномарок собранных? Между прочим, более качественно, чем это делает АвтоВАЗ.